В зале в основном известные персоны, и не только в Барнауле, но и далеко за его пределами. Именитые спортсмены. Для многих уходящий Олимпийский год прошел более чем удачно на профессиональном поприще. Или деятели искусства, они в этом культурном году тоже были окружены особым вниманием. Впервые были представлены к награде 15 тренеров. Ведущий спортсмен Гаун Альберт стал чемпионом Европы. Сейчас последнее мероприятие, финал Всемирного гран-при, тоже занял первое место, стал чемпионом, набрал высокий рейтинг для попадания в олимпийскую сборную команду страны. Но началось награждение с барнаульцев, о которых широкая общественность не знает. Это педагоги, директора школ, руководители военно-патриотических клубов. На звание лучшего работника социальной сферы претендовало порядка 60 человек. Компетентное жюри выбрало 24 победителя. Георгий Брынин – один из них. Учитель подготовил победителей призеров городских, краевых, всероссийских олимпиад по информатике. Не знаю, может быть, это громко сказано, но я считаю, что вот наша профессия дает, наверное, самый большой вклад. Мы готовим тех людей, которые будут жить в будущем в нашем городе, крае, стране. Из рук градоначальника награды в своих номинациях получили титулованные спортсмены Иван Нифонтов, Чита Подпальных, Сергей Шубенков и многие другие. За вклад в развитие культуры отмечены Лариса Любивая, Роман Ильин, Виктория Гальцева. Всего накануне наградили более сотни человек. То, что делаете вы, это настолько сегодня значимо для нас, жителей города, даже не для городской администрации, а именно для жителей города, потому что ваши успехи как раз это, наверное, весь тот итог нашей общей работы. Лариса Куренкова, Александр Антропов, информационный канал «Город».